В тяжелые времена вера в чудеса нужна как никогда, особенно врачам. Как и почти весь этот год, сейчас они на передовой борьбы с коронавирусом и праздник проведут на работе. Порадовать их сладкими подарками и теплыми словами решили депутаты Горсовета и Народного Хурала от «Единой России». Заходим уже на вахту не один раз. Ну, сначала, да, тяжело было. Сначала не знали, как лечить. Были разные больные. Сейчас уже, вот сейчас в декабре мы зашли на месяц на вахту. Совсем другое уже положение дел. Мы уже знаем. Ну, сейчас больные тяжелые пошли. Пневмонии много, среднетяжелых, тяжелых пневмоний. Несут вахты медики с апреля. Сил и правда, говорят, больше не становится, но теплые слова и внимание воодушевляют. Очень много сделали. Людей вылечили, помогли вот, да, в столь тяжелое время. И мы вот от нашей вот партии «Единой России» приехали именно поздравить вас с Новым годом, Дедушка Морозом, со Снегурочкой, да, вот чтобы все это было, да. Будем надеяться, что в будущем году ковидных больных будет меньше, работ поменьше, а денег побольше. А доплат больше, да? Да. А пока врачебную пилюлю подсластят 7 наборов с новогодними лакомствами. Передадут их и тем, кто по долгу службы на улицу выйти не смог. Большое спасибо от имени врачей, медицинских работников, которые в данный момент находятся в грязной, так скажем, красной зоне и не могут сами выйти и получить подарок. Поэтому я обязуюсь передать все подарки нашим доблестным медицинским работникам, которые Новый год в этом году будут встречать на работе. Подобная акция не единоразовая. В планах у депутатов от «Единой России» поздравить все коллективы медиков, которые борются с коронавирусом и встречают праздник на своем боевом посту. Мария Кравцова, Андрей Дармаев. Новости дня.